Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и я, Артём. А, я думал, ты и Артём. А, ну я перепутал. Я путаю имена наши постоянно. Мне в комментариях тоже самое пишут. Тёма, вот, у меня игра залагала, я опять медленно еду. А, вообще-то ты всегда так едешь. Нет. Чем мы продолжаем? Продолжаем. Простите. Я закончу. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Давай, Тёма, знаешь что? Ты поведёшь машину, потому что у меня опять логодром начался из-за качества связи. Уфонет. Лучший интернет в мире. Поехали, сладкий. Куда едем? Знаешь, я поеду в любую часть света, если там будут такие же сиськи, любую как у тебя. Любую часть света. Света? Света. Света, это ты? Подожди, давай домой заедем, мы же тут поблизости от дома, вот сейчас притормози, чуть назад сдай, и я просто... халат, конечно, хорошо, но мне жарко. Мне реально жарко, я жажду свежего воздуха на своем теле. Господи, что я не поеду домой с тобой. Ну как, ты женщина, я мужчина. И все как на руках. И, главное, ханжа. Как бузюка. Ханжа. Так, короче. Я, как вы знаете... В общем, все на лице. Что тут скажешь? О, я могу быть старский хачем таким чисто... О, прикольно. Я хотел, конечно, бегать гором, но... Такой, можно реально сделать этот... Короче, более-менее серьезный персонаж. Нет, женский бельё. Я отвечу на звонок. Ага, окей. Такой... У тебя какой-то шоколад. Black Dynamite. Ты... Dynamite! И там отыграл, какого, Сэмюэл Л. Джексон. Dynamite! Dynamite! Такой... Я не смотрел, слава богу. Это какое-то это было. Типа пародии. Почему я не могу перекрасить эту штуку? Я не знаю. Потому что это не магазин. А, точно. А, ну это ты все вещи понакупал. Да, ты вещи покупал, поэтому я могу взять. Спасибо тебе за это. Я играю за женщину, поэтому мне можно тратить деньги. Окей. На шмотки. Так. А мы будем ехать или нет? Мы не будем ехать никуда, зачем? Тут будем жить, да? Прям в сарае. Так, ладно. Короче, что ты там? Едешь, нет? Я на миссию, короче, да? Да. Давай, канхель. Ты давай, как-то предупреждаю, ты чуть стену не вломился на своей ласточке. Ты вообще как бы... Где? Ты уже выехал, что ли? Давно-давно. Ну, подтверди, пожалуйста, задание. Я уже подтвердил задание, как бы. Нет? Мне до сих пор писало, что нет. Ну, и тогда... Два? Да. Подтвердилось? Нет. Ну что ж такое? Подожди, тут бабушка какая-то теперь... нужна. Теперь да. Нужна. Ох, я пошел убивать бабушку. У меня задание началось. Ага, нормально, мне тоже. Фух. Халк Хоган озвучил. Прикольно. Это все по поводу тигра, не гадает. You're ready to face Kilbane, but the luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Dynamite! Dynamite! Поехали. Вы посмотрите, зрители. Вот это моя машина. Они красивые. А вот эта машина Тёма. Нормальная машина. На ворон. Не может. Давай, давай. А что, едем-то куда? Куда мы едем, кстати говоря? Сейчас выберем. У нас осталось только с Пирсом миссии. Окей, да, это будет плюс. С Пирсом они самые сюжетные считаются. Да. Вроде бы. Так, ты подтвердил, да? Да. Нужно мне до сих пор, типа, тык какой-то. Мне кажется, идут лаги, возможно. Очень, очень, да. Потому что у меня сейчас тык, типа, торможен. Кто-то еще. Кто-то еще на моей Wi-Fi сети сидит, а? А? Анна? Черт, отлично. Hey, you asshole. Hey, Shandy, fuck you, asshole. Asshole. У тебя там что, кошка сдохла? Fuck you, asshole. I think you will all shun the flowers.
Что он сказал? Цветы что-то. К чему ты это? Цветы? Девушки? What the fuck? What the fuck? Кто так делает? Я сломался. Короче, у меня реально какие-то лаги идут временами. Постоянно. Постоянно. И они все играют. Put the gun down. I won't run. Yeah, I'm good. I felt that the moment we met. That connection. Кто-то говорит, что это Эштон Катчер. Конечно. Конечно. Oh my god, can I just shoot this guy? John Lee, play nice now. Dynamite. A little me, Fred. Черт. You did that on purpose. А, так прикольно так, да? Чё-то она мне таскает сумки. Непорядок. Ай, зачесалась правая широчайшая. Где моя машина? Где моя колбаска? Вот моя машина. Красотка, иди сюда. Я разстекло своей машины. Больше она не красотка. Ну, как тебе сказать? Она просто красотка с разбитым стеклом. Ты сегодня чрезвычайно логичен. Как и всегда, в принципе. Как бы нет. Нет. Что нет? Тупо нет. Почему нет? Да. Давай, давай, едь уже куда-нибудь вперед. Ты едешь медленнее. Или это просто лаги? Я сбросил газ. Нет. О-о-о-о-о, у меня опять все сломалось. И люди висят в воздухе. Ты знаешь, это бесценно. Да. О, теперь я вишу в воздухе. Все, отлагало вроде. Ура! Печально, на самом деле. Блин, ты давай уже доедь. В следующий раз. Убивать так-то надо все. Сожгите растяжки. А что такое растяжки? А, растяжки. Я просто не могу посмотреть, у меня это как обычно. Рекламу, короче, женщина. Чем? Кажись, это лагало. А, молотов, молотов надо использовать. Молотов? Да. Да это пипец, ну. Какой бред просто. А при этом отряд кабана надо убивать. Желательно, иначе они убивают тебя. Окей. Okay. Жопа растяжки. Сейчас начнем убивать. Вернуться в штаб-квартиру святых. А, ты все? Сюда доехал. Блин, подожди, не уезжай, я сяду в твою машину, потому что у меня не все хорошо. Поехали. Почему ты играешь с того негра? Потому что я динамит. Чёрный динамит. Воу! Я испугался. Я сам не хотел это. Я думал, это кто-то сзади саданул, думаю, ни черта себе. Ух ты, я сижу в тебе. Здравствуйте. Ничего себе. О, опять. И снова. Продолжай, мне это нравится. Че у тебя там происходит? Я тут в нирване просто. Сиськи, сиськи. Ого, вот это вот пониженная детализация называется. Сиськи. Я приехал. Ты приехал? Окей. Я сижу в... А, я думал, я в тени сижу. А я, оказывается, сижу в машине. Это пипец неприкольно. Так, защитите северную часть. Начинается. Третья зона просто. Rocket launcher, where is it? I didn't see it. I must find it and take it, or you will take it. Did you take it? I'm already have it. I'm taking two. Don't forget to shoot the car bombs. I can do it. Ah, I have a rocket. What? Не, не долет, не долет. До свидания. На перегонки тупо. Нет, просто она с одной ракеты не уничтожается, эта машина. А, я думал. То есть я ее подбиваю, ты добиваешь. Ты подбиваешь, я добиваю.
меня ракеты кончились. Надо еще взять. Почему игра у меня такая сломанная? Ты как это на пиратке играешь через хромача. Да-да-да. Я палюсь. Черт, у меня ракеты больше не берутся. Зачем тебе ракеты? Там на лифте враги приехали. Блин, что-то все плохо. А, ты умер, что ли? Нет, это так, кто-то из наших. Вы отключены от сервера и должны вернуться в главное меню. Ох, ты лагаешь. Отключись, пожалуйста, присоединись по новой. Кто она? Я не понимаю, о чем. Ну, она... Это она. А, она? Ну, ладно. Я вообще не понял. Так, я звоню на миссию. Звони на миссию. Я принял. Я принял уже? Да. Другое дело. Отправляйте штаб-квартиру святых. Отлично. Учитывая, что я в ней нахожусь, взлетел. Ковик. А, это мы видели. Я проголосовал за пропуск. Я проголосовал за... Хватит голосовать! Голосует. Блин, все по новой. Но... фигня, на самом деле. На самом деле нет. На самом деле. Jesus! О, это мой самолет упал. Дюк Н мне дали. Тихо-тихо-тихо. Ну ты там езжай по своим делам, а я самолет. Возьму свой транспорт. Ты, в принципе, можешь далеко отсюда не отлетать, будешь защищать потом. Ну, если можно, конечно. У меня опять все сломано, походу. Как-то все это мне не очень нравится. Бывает. На самом деле. На самом деле. Капец, ты быстро едешь, как самолет. Я такой. Прекрати это делать, пожалуйста. Ехать быстро по самолет? Да. Черт, самолет быстро едет. А взлети на меня, я не знаю. Нет. Ноу. Ноу. Фигня, слушай. Где у нас? Нет, интересно, откуда в самолете радио? Блин, ну ладно. Лоук engaged. Да-да, я не буду даже из машины вылазить. Готово. Хорошо придумал. Поехали назад. Черт. Стреляет под меня. Это гениальное преступление. Века. Преступление века. Ну, тот, который над глазом. Парень, я тебя вижу. Ага. Так опасно, ничего, я сейчас убьюсь. Блин, Витол прикольный. Откуда ты узнал? Такой звук был. А, ну да. Я падаю, падаю, падаю. I падаю, падаю, падаю. Капец, ну это насколько тупо. Я не знаю. Тело шит. Нет, я посмотрю на записи потом. Let's do this. Let's do that. Answer the call. Hobbit is. Твой самолет взорвался. The fuck were you thinking? Динг. Ого. Что? Что происходит? Окей, вроде все как по маслу. На, получи вот так вот, да. На тебе так тоже. Так вот и тебе на. Вот на, да, летай. Есть еще ракета? Парочка. А он там слева, подпей его, он там стоит, обидно так сидит. Да, могу кинуть молотом. Молотом. Бесконечный молот? Пойдите, Виоле. Прикольно. Go help Viola. Don't die on me now. Ой-ой. И ниндзя у нас в отряде, если что. Шлюхи, ниндзя, еще там какие-то хмари. И динамит. Динамит. А, ниндзя, смотри, на самом деле. Ну да. Ниндзя! А ниндзя умеет летать у нас? Давай посмотрим. Ну, они ж ниндзя. Ты ж ниндзя. Ты ж ниндзя. Капец. Так, я все испортил. Чем ты так? Что за звуки?
Это заминированная машина, черт подери. Заминированная машина, черт подери? Да. Ты что-то где-то подобрал опять? Нет. Это ты взорвал? Это она. А она? К сожалению, не умею. Я думал, что... Черт, у меня есть беспилотник за... О, больно. Там кто-то из чего-то стрелял. Там снайпер, и я его, пожалуй, убью, если ты не против. А есть беспилотник, пока. Cover RS's. Окей, you will die. You will die too. And I'm very happy about that. Там еще один, даже два. Черт, меня лагает. Теперь у тебя лагает? Ну, вроде как. Неправильно, ракета, потому что летела как-то вообще. Ну, ладно. North side. Что ж тебе танки? Господи, чем? They have a tank, They have a tank, dammit! У нас нет. У нас есть вообще-то. Что у нас есть? У нас есть ракеты. Нет. У нас ракетница, ты выбери ракетницу, и все будет как надо. Ты патрон подобрал? Нет, ты патрон только что подобрал. Я не подбираю это дело. Ты подбирал только что. Так они не подобрали. Ты подобрал. Нет. Да подобрал. Тогда убивай танки. Да у меня уже кончилось. Ого, они стреляют в ответ. Неожиданно. Блин, а теперь уже не берется. Я тебе о чем? Капец. Что-то пошло не так. Something goes wrong. Нет, знаешь, что напоминает? Зато у меня молотово бесконечно. Тот момент, когда мы валим Colonial Marines. Ага. Где-то, наверное, пол игры. Это что пол игры, львиную долю игры, не знали. Как оружие менять. Как оружие менять. Согласен. Тоже очевидно вообще. Как это танки там сшибать? Какое-нибудь оружие лежит специальное. Ну, наверное, где-нибудь. Может, не надо было тратить все ракеты сразу, как мы это делали. Ну как, они же ехали, мы их и потратили. Саид, а что ты тут делаешь? Стреляли. Стреляли. Даже гранат нету делать уж. Тадар, падня, я тебе говорю. У меня танки какие-то то ли сломанные, то ли что. У них башни где-то, наверное, в 2 метрах от них. Я тебе говорю, пиратка, понял, пиратка. Пиратка, стимовская пиратка. Ты попал молотовым в танк? Да, несколько раз, но вообще насрать. Хотя в GTA 4, не, в Vice City. Танки только молотовым там убивались и еще какой-то хрень. Ты помнишь Vice City? Да, вообще не помню. Это единственная GTA просто, которую я прошел. Я вообще не помню, про что была Vice City. А можно я сейчас возьму Витол и убью всех? Почему нельзя? Не знаю. Да. Давай стрелять просто, я не знаю, может сработает. Ну, давай. Ой-ой-ой. В тебя что-то попало, по-моему. Да. У меня ощущение, что где-то здесь должны лежать патроны. Так, нормально, я стреляю, он умер. Танк один, давай попробуем. Ты с чего его расстрелял-то? С обычной пушки. Особо прям заморачиваться не стоит на этот счет, походу. Окей. Я попал кому-то в голову. Бывает. Бывает. Не, получи, умри. Все, ты умер. Я убил тебя. А счетю? На, погибни. У этого тоже башня. Сорвана. Она просто висит в 2 метрах ближе к нам, чем танк. Не, я что-то стреляю ему пофиг, на самом деле. Из обычного оружия. Капец, это реально тупо. Из бластерного. Слушай, давай машину возле него взрывать. Ну, кстати, неплохая идея, чуть окно не выпал. Когда машины возле машины возле него. Там такие ниндзя держат солдата в заложниках и стреляют из пистолетов в него. Не смей стрелять по Багдаду! Ой, это очень тупо. Слушай, мы так долго бы мы уковыряли. Да нормально, мы справимся. Ковыряем, мне лень. Мне тупо лень. Нет. Просто лень. Я не знаю. О, а что такое? Это не профессионально. Это профессионально. Она уже горит. Сейчас взорвется и танку. Вообще ничего не сняла. Но я же говорил. А почему у тебя жизни так мало? Потому что у меня стреляют постоянно.
А, он тебя попадает, он меня прямой наводкой бьет, а мне все равно пофигу вообще как бы. Я поэтому и говорю, что что-то сломано. У меня подозрение просто. Так. Что бы придумать? Ну, стрелять в него, пока патрон не кончится. Что придумаешь? Ну, давай. Придумал. Ну, на самом деле, что еще делать-то? Ну, ой, логично. Человек врезался в меня и упал. Я и думаю. Я неплох. Пушка. Что не происходит? Ну, вроде отнимается по чуть-чуть. Увидимся через пару часов. I'll see you in hell. О, сглазил. А капец, что-то он начал стрелять строго в меня. Потому что я убежал. Кто бы знал, да, сейчас бы не тратили все эти ракеты на эти долбанные джипы. Там, ну да. Как дела? А ну, как там дома? Нормально. Дом лучше как не жена, спрашивай. Как дети? Нормально все. Ой, я убил. Я убил уже нескольких. Honor, мистер Фримен. Looks like you run late. Я просто проходил недавно. Да я понял. Нет, я смотрю, столько шлюх убитых лежит. И Ниди. Да. Почему только мне жалко Ниди, не понимаю. У него дуло в другую сторону упоролось. У него не то, что... Ему сейчас хана будет уже скоро. Твоя пушка, кстати, неплохо у него снимает. Факт. Вот есть-то бегаю. Еще одна очевидная вещь. Защити северную часть. Господи, северную? Все. Это еще не все. Зазвонит. Вот наша дочка. Наша новая игрушка. И разница там. А, еще вот там. Танк. Окей, так. Все, ну, только начинается. It's all just getting started. О, танк-то не наш. Ну да. Блин, давай. А если его угнать? Есть подозрение, что не проканает. Да. Come on, Пирс. Надо в какую-то тачку классную сесть. Так, верните штаб-квартиру святых. Окей. Давай. Давай, нигра, беги. О, вы бросаете своих товарищей. Пирс, о, камон. Вот это был рокет-джамп. Я видел. Погнали отсюда. Пирс, why are you doing this? Пирс, камон. Пирс, let's go. Пирс. Пирс! Пирс, походу, никуда не пойдет, пока мы не взорвем вот этот танк. Пирс уже валяется. Ну это тупо. Займись пирсом, я займусь танком. Займись. Займись танком. Ты занялся танком? Да! О, он стреляет, почему? Тройной тулуп сделал. С переворотом. Если бы просто с переворотом. Почему этот говнюк по-прежнему жив? Ну, так. Вот, смотри, какой смелый. Я тоже встану тут. Да кто там стреляет? Жаль танк. Вот. Тебя перегрев. Блин, ты как... Пирс, why are you not going? Doing this to me. What are you doing, Пирс? Ого. А если я сяду в эту машину... Вот я уже не залазил. Подозрение, что сейчас я быстро умру. Давай. Дохни, мазуфако. Куда он побежал? Да он дрыснет. Вау, не задави их. Что, у него патроны кончились? А, нет. Ну что, сколько у него жизни, я не вижу. Мне не отображается. Видно. Что, он бессмертный? Один Пирс. Я авторитет 2 заработал. Круто. А Пирс, я врезался в него на джипе. Это было так. Очень авторитетно. Ты будь там, а я сюда пойду. Нет. Черт, нахрена мы там все это делали, если можно просто забежать. Патроны отрезали. О, авиаудар. У тебя есть авиаудар? О, у меня тоже. Капец, мы просто счастливы. Так
наконец-то. Звук такой ту. Ту. У меня башни вот тупо, ты посмотришь потом, они, танк останавливается, и башни съезжают в сторону такие. Это трансформер. Это бакформер. Акбомерс, ролл аут. Десептиконы, выходите. Это наш перевод. Надо как-то приоритеты научиться мне расставлять. Тут танки ездят, я джипики такой пью-пью-пью-пью. Нормально. О, башня поехала. Прикольная штука, надо такую почаще с собой брать. Мама, дали бы мне ее бесконечно, это была бы лучшая игра на свете просто. Согласен. Для меня. Отлично. Где там танк? Ты видишь танк? Да, мы уже всех... Дело пошла авиация, а в авиацию так получится, нет? Да не вопрос. На самом деле вопрос. Нет. Ман! Ну-ка, ну-ка. Попади, попади, попади. А, мимо прошло. Я попал. Я попал. Хорошо. Давай пока мелких пощипаем. Ну а ты нет. Попал. Вот ты и попал. О, я вверх. Да, с нижним подсвечиваем, но не будем. Да нормально все. Что-то такое нападение, как будто... Вот это последняя миссия. Да нет. Такой как будто Армагеддон творится. Танк приехал. Ну, это в порядке, в принципе. А, все. Там еще танк едет. Вообще, мы, кстати, у нас враги на нашем этаже. Да? Черт. Воюют там с кем-то. Убейте бойцов отряда Кабан. Ух ты, щитом. Япона, мать, он меня щитом ударил. Это война. Ах, он пес. Да, он меня второй раз щитом ударил. Я ж кровью брызнул. Пирс, уйди. Прости, Пирс. Ты сам просился. Как война? Че? Как война Джон Кана. Джон Кана. Да ёлка. Не, из-за угла вышел так. Во, какой-то я ММА тут. Ты взял свое джедайское оружие. Это лучшее оружие. Магистр. Вообще, то. Тетки не мешают? Наоборот. Помогает. Игра стала в разы веселее. Это бойцовские титьки. Это бойцовские титьки. Это бойцовская дубина. Тетькис! Да, блин. Как обычно, оба такие сначала прыгают, упираются в стену. О, брутальный. Черный динамит. Стак. Кабан. I want Stag out of my city. Not gonna happen. Stag's mission is to eradicate the gangs in Steelport. But where to focus the firepower is my call. At least Burke and we'll hammer the syndicate for a while. Give you boys a little breathing room. I don't want to play it. Так. Передайте Джоша или... Мы кому будем передавать? Шонди отдай, хер ему... Да, я согласен. Зачем он вообще? Согласен. Можно у него выстрелить? Нет? Нашелся. Такой, бежать надо. Бежи. Выпрыгните с пентхауса. Черт. Сейчас. Я ему послал подарок, а теперь нужно бежать. Что, нормально? Да. Они взорвали нашу хату. Да, скоты. Придется жить в остальных 10. Нет, это была самая мажорская. Самый мажорский. Ну теперь им точно хана. Understood, sir. I'll find her. Клево. Мне понравилось это весь, хотя она была сломана. Воротая была она. Но зато были взрывы. Авианалет Са-3.
браток. Толковик. Поночный клинок. А можно его одежду взять? Было бы смешно. А, нет. Нет? Ну ладно. В смысле не смешно или в смысле нельзя? Нет. Что я сказал? Нет, по поводу чего хоть. Я? Я. Ты не говорил, нет, я говорю. Я люблю ночного клинка. Dynamite. Так, ну что, закругляемся. Отхлещи меня, отхлещи. Понимаешь, что трясет своими сисяндрами, пойдем. Да, мы на этом, наверное, прекратим. В следующий раз поговорим. О сиськах. О сиськах. Хватит. Дай, блин, заработать деньжат чуть-чуть. У нас нет дома. Подожди, так мы возле этого дома и стоим. Пойдем наверх, посмотрим, что там да как. Испуганный солдат такой стоит, смотрит, а я не попадаю в двух метрах, наверное, от него. Уже тут все отлично. В 20 сантиметрах от него такой машу этим дубиной резиновой. Он испуганный такой. Ну все отлично, короче. А как они так бомбили вообще, я не понимаю. Очень сильно. Очень и очень сильно. Давай ты сейчас спрыгнешь вниз, а я уроню на тебя вертолет и на этом завершим. Это будет эпично. Новый вертолет, в смысле. Тот мы уже роняли. Так, ну давай. Я прыгаю? Прыгай. В прошлый раз тебя спас мусоровоз. В этот раз не спасет ничего. Ну, разве что стена, в которой я сейчас луплюсь, походу. Так, ну ты бы на меня желательно скидывай. Ну... То есть поймать. Лови его, лови. О, нормально вроде идет. 10 из 10, господа. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся в следующей серии. И там, я думаю, мы будем менее уставшими, чем сегодня. Не факт, но мы надеемся. Скорее всего, будем. Хочу заглянуть. Черный динамит. Короче, в принципе, на этом все. И... Как по ощущениям? По-моему, уже не так много этой игры осталось. Да, да, уже как бы идет все к концу, но, в принципе, если мы так будем проходить миссии, то еще часов 40. Ну, это же хорошо. Да. Так что, увидимся в следующей серии. А пока они стреляют в нас, Тёма! Ужас. Пока-пока. Всем пока.